Правильные слова высказать нетрудно, бывает нудно, драться за них совсем другое дело, это трудно. Изучая русских, пришел к любопытному открытию. Определенное число их подвержено по наитию. Общечеловеческим порокам, связанным с факторами, которые проехались по многим, как тракторами. Как тракторами. Русские страшатся смерти, они не заносчивы. Русские не страшатся страданий и прочего. Таких хватает, может быть, их половина. Но интересна в них другая сердцевина. У русских отсутствует свойство самосохранения. Добровольно принимать формы рабского подчинения, чтобы продлить свою жизнь как можно дольше. Когда предлагают стать рабом и унижают больше. И объяснение этому в их убеждениях твердых. Сознание своей свободой в ее нужде упертый. Это равнозначно ощущение собственного существования. Когда смерть рядом, спасись, а в душе лишь буксование. Thank you.